Украинские силовики с потерями отступили внутрь Дебальцевского котла и оказались в полном окружении ополченцев. Об этом сообщил заместитель министра обороны ДНР Эдуард Басурин. Под контроль ополчения перешли два населенных пункта. Западный пригород Дебальцево, Калиновка и Никишина. Это село находится на юго-востоке от Дебальцевского котла. Накануне от украинских силовиков был зачищен населенный пункт Углегорск. За последние дни из Дебальцева волонтеры эвакуировали около 1000 местных жителей. За сутки украинская сторона потеряла 90 бойцов и 5 танков. Обстрелы не прекращаются и в жилых кварталах Донецка. Основные удары приходятся на Киевский, Петровский, Кировский и Ленинский районы. Только за минувшие сутки в городе и его окрестностях погибли 13 человек.